Добрый день, представлен вашему вниманию микс мультибренд Article STI-15, это Европа, в упаковке 15, нет, в данной упаковке 24,5 килограмма, цена 969 рублей, стоимость упаковки 23 779 рублей, количество единиц 80, себестоимость 1 единицы 297 рублей. Качество данной коллекции отличное. Все вещи почти идут с бирками. Здесь также будут встречаться купальники мужское и женское. Больше, наверное, будет женского. Вот такие шортики женские. Размер здесь не указан, но я думаю, что это 52-й. Так, сейчас проверим. Вот с бирочками, да? Маечка вот такая XS. Трикотаж. Бриджи. 100% хлопок. Тоже, как видим, с бирочкой, да? Размер 50-й. Брюки, слаксы женские, размер 38. Платье, легкий-легкий трикотаж. Размер здесь 42. А нет, прошу прощения, 48. Такая вот трикотажная накидочка. Размер пишут XL, но я бы сказала, что это вообще М-ка. Платье хлопковое, хбшное, вот, с открытой спиной, я вам показываю, да, спереди вот так. Размер здесь не указан, но я думаю, что это М-ка. Вот такие штаны, джинсами их сложно назвать, ну, я думаю, что ткань эта джинсовая, вот перед, вот так вот в круговую расстегивается интересный замок, он полностью отстегивается, то есть можно высокую талию сделать, можно сделать пониже, да. Размер 34, снизу на резиночках, шорты мужские, пляжные, либо полуспорт. Размер 28. Вот такая блуза с открытым декольте. Размер XS. Маечка, трикотаж легкий. Размер XL. Это либо платье короткое, либо туничка, размер М-ка. Юбочка летняя, хэбэшная. Размер... Так. Размер 40-й. Джинсы, смотрите, какие яркие. Размер 36-й. Вот такие... укороченные джинсы либо бриджи. Размер, сейчас посмотрим, размер 44-30, укороченная кофточка, накидка трикотажная, размер М-ка. Платье, можно сказать, что вечернее, нарядное. Размер, так, посмотрим. Размер 42. Платье вечернее, без бретелей. Есть возможность их, конечно, тут сделать, но я пока вижу только одну бретельку. А, нет, вот вторая бретелька, то есть их можно приделать. Можно без, а можно с ними.
Размер это большой, но размер здесь я не вижу, не указан. Но я думаю, что это 54-й. Платье легкий трикотаж. Размер 36-й. Джинсы летние белые, да, размер 44-й. Юбка из такой как бы ткань, как плащевка. Размер не указан, я думаю, что это М-ка. Вот такой костюм. Немножечко, как бы даже можно сказать, что в морском, да, стиле, летний. Размер здесь идет L. Но я думаю, что это на самом деле М-ка. Вот такая вот футболка поло. Размер стоит 2XL, но я бы ей дала поменьше размер. Платье. Тоже можно отстегивать бретельки. Вот такой вот размер здесь также не указан. Это размер L-ка. Вот такая ветровка нарядная, атласная, с вышивкой. Размер не указан, я думаю, что это М-ка. Бриджи мужские, размер 34. Бриджи мужские, шорты, размер 42. Слаксы мужские, размер 29-32. Шорты летние, пляжные, размер S-ка. Большой размер брюк. ХБшник. Так, размер здесь стоит 48-й европейский. Вот такая летняя кружевная маечка хлопковая. Размер М-ка. Слаксы Tom Tailor. Размер LM. Футболочка с открытой спиной. Размер L-ка. Большая юбка. Размер здесь не могу понять, не указан. Сейчас посмотрим. Так, размер европейский 48-50. Летние брюки. Вот тут элементы такой, как бы специально сделано, таких вот потертостей. Это вот такой рисунок здесь, что здесь, что здесь. Вот. Размер 30-й. Мужские шорты. Размер 16-й. Вот такие интересные мужские укороченные джинсы. Сзади вот такой орнамент. Размер, так, 40-й, мужские шорты, размер 46, слаксы, размер 52, брючки женские, размер, так, здесь не видно размер какой. Размер 54. Женские также брючки. Очень легкие. Размер 34. Трикотажная кофта. Размер S-ка. Рубашка мужская M-ка. Платье из тонкого трикотажа, размер, я думаю, что это эмочка, легкий летний шелковый сарафанчик, размер 6-й, это вот
такой, так, что это у нас, юбка, кажется. Юбка, размер, сейчас посмотрим, какой, лямка. Рубашка женская, размер 40-й. Вот такая вот футболочка, размер М-ка, удлиненная. Сбоку здесь присборено. Шорты мужские, размер L. Блуза с плечиками и вот с такими вот орнаментом. Размер европейский 44-46. Блузка трикотажная, размер 48-й. Джинсы белые, размер 30-й. Шорты Гауди, размер 44-й. Вот такие слаксы летние с орнаментом. Размер. Так, размер 22, но это вот как бы большой размер достаточно. Также здесь мы можем встретить купальники. Довольно-таки большая плотная чашечка. В основном тут идут комплекты. Вот такие. Довольно большая чашечка. Вот такой спортивный купальник. Размер S-ка. И вот еще комплект. Тут маленький размер S-очка. Джинсы черные. Классические. Размер 36-й. Брюки прямые. Размер 40-й, рубашка мужская, так, М-ка, вот такой летний сарафан из тонкого трикотажа, стрейчинг, размер здесь не указан, я думаю, что это М-ка, джинсы мужские с очень интересным кроем, вот такие карманы. Так, размер 32. Еще одна пара джинс. Так, размер 31. Это легкие хэбэшные слаксы. Размер 31. Еще одни хэбэшные брючки. Очень интересный крой. Сзади вот такой карман один. Размер 52-й. Мужские джинсы. Белые мужские. Размер, сейчас скажу, 36-й. Тоже джинсы женские. Размер 42-й. Вот такой карман. Женские бриджи льняные. Размер 26-й. Летние слаксы женские. Размер 30-й. Белая хлопковая блуза вот с такими вот чашечками. Размер здесь S-ка стоит. Летний сарафан присборенный. Размер также S-ка. Рубашка мужская L-ка. Еще одна рубашка XL, но я думаю, что это размер поменьше. Вот такой топик летний. Стрейч. Тянется. Размер XS.
мужская рубашка, размер L. Еще одна рубашка мужская, размер XL. Брючки с подворотом, размер 54. Топик летний, размер 44. Это джинсы. Размер, сейчас скажу какой. Так, размер я не могу найти, но это, наверное, 44-46 российский. Рубашка размер М. Бриджи белые, размер 40. И вот такие бриджи атласные, размер 28, с таким орнаментом. Спасибо за внимание.